Девка плавала в пруду, и карась заплыл. Не значение, какой размер члена. А чё с качеством? Аж подавилась. Третий с половиной, с половиной. Ты бы хотела сесть на это лицо? Когда мужчины выставляют вот такие вот фотографии, что они хотят вот... О боже мой, это было ужасно. Да, видосу много лет. А чё вы мне такие старые видео скидываете? Это лет. Ой. 23 года. Воплощенная сексуальная мужская фантазия. Лена считает, что мужчины для нее открытые книги. Баля. Правда, ни одну из них до конца она пока что так и не дочитала. Ёпта. Это Оля, 21 год. Оля ночами играет в доту, имеет винрейт выше 65% и 4000 наигранных часов за спиной. Прямо сейчас сложно сказать, люди гибнут за нее на миде, потому что она толковый лидер или просто няшка. Это Шер Марина, 30 лет, радиоведущая. Марина стала звездой Дурнев смотрит сторис, увековечив себя фразой. Я насосала. Вернули мой инстаграм. Благодаря некоторым обстоятельствам, Марина понимает мужчин куда лучше большинства женщин. А это шоу «Дурнев ищет парня». Поехали. Ну давайте глянем, посмотрим, что это такое. Все равно мужчина видос недолгий. Высокий, мужественный, но не перекачанный. О, да, ну мне тоже такие нравятся. Высокие, умные, не перекачанные. Ну, такие вот... ну, главное, чтобы высокий, реально. Высокий? Большой? Да. Не, большой не надо. Не, большой надо, но большой не в плане, типа, роста. Не, в плане небольшой надо, но чтобы большой не в плане веса, а в другом плане. Слушай, ну давай, брюнет или блондин? Брюнет. Так, рост? Высокий. Да. Потому что я высокая девушка, да. Я хочу себя высокого мужчину. Какой у тебя рост? У меня 1.72 м. Так, я говорила, что он должен высокая, быть такой. Высокая, блин, это я высокая, у меня 1.78 м. Нет, он должен быть массивный. Угу. Чтобы прям вот бандит вот такой вот, чтобы я его не боялась видеть. Как его. Нагиев? Как Нагиев, только чтобы он повыше был. Может, киноактер такой? Бля. Киноактер. А кто? Так а зачем мне киноактер, блин, если надо реально у кого-то искать? Тебя интересует какой-нибудь возраст? Ой, пусть будет от 30 так. До 45. Оль. Какой до 50. Диапазон настроить мужчин? Ну, я не знаю, наверное, до 35. До 35? А что? Ну, не знаю. Может, до 37? До 37? Ну, да. Да ну! Может, за Мильска с тобой? А, да, кстати. Так, а какой у тебя размер груди? 3.5. Лен. Нормально? Да. Шифоны там нет. Ну, не совсем 3.5. Мне кажется, 2.5, потому что у нее, наверное, еще пушап. 3.5. А, нет, это 3, да. Не, ну какие тебе нравятся мужчины? Ну, как скажешь. Мне нравится от 25. Хорошо, ставим от 25. А вообще идеальный возраст это 70. Ты выше многих моделей даже. Да, у меня, знаете как, у меня ноги длинные. У меня ноги длинные, получается, прям очень. Худые длинные ноги у меня... А у меня ручки такие длинненькие, тоже такие вот. Да. А что еще? Ну, короче, длинная я, реально. Не знаю, кто меня в детстве растягивал. С кучей денег, без родственников. Ну, у меня мама, типа, 1.70 м. Папа у меня 1.88 м, где-то так. 1.85 м. Мама 1.70 м. И чтобы его я с Андреевского спуска спустила. Ты выше Беллы Хадид? А, подождите, а какой рост у Беллы Хадид? Это правда. Это прям моя мечта. Лен. Дальше. Йоган, только серьезные отношения. 10 километров от нас. Блядь, что за аватаркой? Скип. Именно Йоган, Йоган, вот эти всякие. Поехали. Владимир. Так, Владимир, скип. 34. Фотка как у таксиста. Вот, да, похож. Да, да, кстати, похож. Как тебе такие? Во-первых, 2 километра всего до нас. Он приедет в секунде, если что. Ну вот этот уже ничего. Так. Настроен на серьезные долгосрочные отношения. Пока я свободен. Имею моральное право делать то, что мне хочется. Блять. Подожди, смотри. А это или он? Это он. А, вот, сейчас давайте дочитаем.
Зацепи изнутри, и мы уйдем отсюда. Долгие переписки неинтересны. Сначала твоя внешность, потом все остальное. Не, вообще полная какая-то хуйня. Никита 30. Люди — интересные существа в мире полном чудес. Им удалось придумать скуку. Твой мир полный... Какой-то душнило, наверное, нудный скип. Он чудес. У меня всегда... Белла ходит 7, 1,74 м. Я сегодня в стеклянном аквариуме... Я думала, она выше, я думала, 1,80 м. Из этих рыб? Мне нравится имя, Леша не... Ладно, все, отменили. Ой. Вау, кажется, мы нашли его. Конечно, этого берем, блин. Смотри, вторая фоточка нормальная. I live in USA, looking for a serious relationship and will travel to meet the right woman. Я живу в США, ищу серьезные отношения и даже буду готов встретиться с той самой женщиной. Девочки, посмотрите, типа бизнесмен, типа что-то записывает, типа такой деловой, Starbucks рядышком, айфончик, на расхват. Не нужно на первую. Ой, это вторая фотка была? Блять, стук. Нет, девочки, не наш вариант. Ладно, надо листать до конца всегда. Зато он с твоим батей быстро найдет общий язык. Долгие переписки неинтересны. Сначала твоя внешность, потом все остальное. Не для тебя мама квиточку растила, не ты, как я говорю, не ты на эти сиськи денег давал, не тебе их лапать. Монико, 27. Так. Ой, Монико. British lad from London, frequently traveling for work. Hello, Kyiv. Вот это тоже какой-то не нашей национальности. А это для тебя? Блять. Нет. У тебя сразу табу? Да, мне какой-то больше наши нравится. Славянина. Славянина. Что за фотку? Славянин. Короче, реально в меня вся. Дима 32. О, Дима, не ожидали увидеть тут твою анкету? Ну, не твою фотографию. Очки стрёмные, галстук вообще, вот смотри, пальчик убирай. Колхозник. Значит... О, у меня футболка, кстати. Бля, сука. Это тебе. Каждый день. Все, парни, вы не умеете фоткаться, мальчики. Почему вы так странно фотографируетесь? Не должна быть изюминка. Вот я на футболке написала, у меня на 20 сантиметров. Блядь, что это? А имеет значение, как, ну вот просто все мужчины переживают, какой размер члена? Конечно, имеет значение. А есть какой-то, ну, диапазон, скажем, до какого размера ты вообще не рассматриваешь? До? Да. До 15 сантиметров. Это типа вообще... Это вообще нет. Убирайся. Да. Ладно, Юрий. Нет, мне таким 19 лет. Нет. Так, вообще малыш какой-то. Ну что, он еще молоком пахнет. Берем Юру. Я молоко не пью вообще. Для меня вот сейчас реально вот... Девочки или парни, которые младше 20, это для меня дети. Я реально людей до 20 воспринимаю как детей каких-то, потому что, ну, мне уже 26, я смотрю 19. А вроде мне вчера 19 было. Ну, прям совсем, ну, вообще маленький еще какой-то, вот. Прям ребеночек. Волька. Я дитя, ну да, у меня много здесь детишек в чате. Блять. Скажи. Резонанс фигуры и лица. Так, да, у меня волосы поменялись. Смотри, но он написано не только. Not only smart, but also funny. Time magazine. Be prepared for the ride of your life. А зачем он с этих... с Нью-Йорк Таймс какие-то статусы постит. Time Magazine. Warning, as other women will be jealous. Your parents will love him. Что, блядь? Только умный, но еще и смешной. Тогда лучше этого душнило какого-то. Душнило какое-то.
Тут хотя бы реально смешно, я по-русски понимаю. А вот этот уже больше подходит под мою эту мечту. Да-да-да, чтобы вот так только случайненько его скатить. Смотри, написано «в поисках своей симпатяги». Ну ты симпатяга. А я симпатяга? Ребят, если Оля симпатяга, напишите об этом в комментариях. Это Иван 32. Иван 32. Это мой, кстати, одногодка, но он выглядит, будто это мой... Это одногодка с Хесусом. Вот, блин, у меня нет фотки Хесуса здесь. Блять, это не то. Блять, сука. Да, у меня нету фотки Хесуса. Ну, типа, ему вот поставить Лёшу рядом с ним, Лёша как будто 20, а ему где-то 35. Хотя они одного возраста. Я тебе дала бы больше. Смотри, ну... Отрежем слово «больше». Отрежем слово «больше», Лёш, ну ты что? Я тебе дала бы... Девчонки, если вы хотите, чтобы я и вам нашел парня, нет ничего проще. Снимите на видео, как вы говорите «Дурнев, найди мне парня». Отметьте меня и страницу «Дурнев фан». Выложите это в сторис, и вот вы уже сидите здесь рядом со мной. Ой, Айдин. 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 А, нет, ну простите, кто у нас тут по туркам? Анатолий, Анатолий. Че, организуй сеансы? Ну, сеансы тантрических ласк, которые... Тантрических ласк, блять, это что? Я знаю, что есть тантрический секс, и типа, насколько мне известно, вот ты, допустим, девушка, ты стоишь, и типа парень как-то своими движениями доводит тебя до оргазма. Это, по-моему, называется тантрический секс. Но мне кажется, это такая хуйня, типа, как... Ну, типа, в это верить. Да, энергии, типа, доводит до оргазма. Попробуй с Хэсом, да, блядь, это вообще какой-то полный кринж. Что, Данша, ты не знаешь? Вот введи в поиски на Ютубе. Этот, господи, Должанский. Напиши «Должанский тантрический секс». Или «Тантрический танец», или «Тантрический секс», я не помню. Вот, посмотри. Помогают расслабиться, очиститься и перезагрузиться. В последний раз, когда я проходила тантрические ласки, меня ограбили. Олег, вот смотри, славянин. Боже мой, сколько в него подбородков. В условиях большого города и стрессов это необходимо каждой девушке. Бесплатно. Проходят в массажном кабинете под мелодичную музыку и... Ну, это вообще какой-то извращенец, мне кажется. Ароматические благовония. Типа он в рот кому-то просто хочет. 100%. Зато он весел. Роста. Мне да высокий, я же высокая девочка. А почему он маленького роста? Ну, мне кажется, что... Да! Реально, как ты угадала, он вообще метр пятьдесят. Я чувствую. Просто посмотри, какая у него ручка. Он вот так. Смотри, зато он у него накачанный или жирный? Это два... Накачанный или жирный? Это то, когда я на себя в зеркало смотрю, никак не могу понять. Знаешь, стрелка. Вот. Вот так все время колышется. Блять, ну с его комментариями будет сложно найти парня девчонкам. Ну ладно, ладно, хорошо, да. Забыли про член. Ужасно. Да, я училка. Сейчас будем нормальных парней искать. Если чувак офигительно играет в доту, у него есть... Хотя мне кажется, типа, что нормальные парни не будут на сайтах знакомств сидеть. Ну типа это... Тебе что, сложно в реальной жизни познакомиться, что ты на сайтах знакомств... Типа, сидишь. Одно дело, если ты просто регистрируешься и хочешь посмотреть, там, какие вообще парни, девчонки есть. Но вообще, типа, сайт знакомства выглядит, знаете, как будто это какой-то рынок, и ты выбираешь себе, там, я не знаю, как аксессуар какой-то. Как будто ты в магазин заходишь, такой, так, нет, это мне не нравится, это мне не нравится, это мне не нравится, не нравится, не нравится. Статус уёбищный, фотка уёбищная. Я просто, ну, регистрировалась на сайте знакомств, и я, блядь, типа, я 90% всех скипала, потому что, ну, такое. Шанс с тобой. Алина, кому-то не нравится, когда к ним подходят? Ну, возможно. Ну, можно, допустим, в другие какие-то социальные сети написать.
не обязательно, типа, на сайтах знакомств знакомиться. Потому что у меня ощущение, что, типа, все, кто на сайтах знакомств знакомится, то они, типа, это ради одной цели делают, просто для поебушек, и все. Оно не для чего-то серьезного. Алина, дай совет, пожалуйста, как ты себе нашла Нискуфа? Я нашла себе Нискуфа? Блять, мы вообще на улицу не выходим. Мы два скуфа, а о чем ты? У меня вон там скуф. Сидит до 10 вечера, стримит. Сначала Твич, потом Казик. В смысле не скуф? И я сижу, играю в игры и стримлю. Я тоже скуф. Познакомиться. Ну, если очень офигительно играет. Прям, типа, в два раза. Я вообще кислородом не дышу. Ну, не маленький, но, типа, стандартный, скажем. Да, конечно, есть. Лен, а у тебя так своя... Так он же тоненький, ему жира не хватает до скуфста. А, я думала, ты... А, ты про вес, господи. Я думала, ты имеешь в виду, типа, скуф, что он там, ну, активный, там, типа... Короче, я думала, скуф не в плане веса, а то, что сидит дома постоянно, короче. А, да в смысле, как я нашла? Ну, блядь. Вот так. Сделала. Лёша, это самый популярный вопрос. Еще не спрашивают про... Мне куда? Нравится худенький. Всё своё? Кроме ресниц. Можно я... Губы? Я по рофлу написала, да. Ну, вроде... Ладно. Блядь, что он делает? Нахуй, блядь! Мерзость. Вроде бы да. Еще раз. Не, должно быть не вроде бы. Лёш, это своя. Ребят, своя, же, своя, да, своя. Моя. Продолжаем. Саня, 28. Чувак поднимает кубок с пивом. Как тебе вообще парни, которые хлещут пиво и смотрят... Она разрешила, может быть, ей было... Не, сейчас не оправдываю там девушку, но... Знаете, когда на камеру спрашивают... Может такое быть, что девушке неудобно, типа, отказать. Ну, хотя это груди, типа, тут не дело в удобстве. Бля, я сейчас как душнила, да, какая-то. Ладно, это взрослая девушка, которая разрешила потрогать сиськи. Я реально что-то задушнила здесь. Футбол. У меня таких знакомых много. Знаешь, когда мы на свидании, я попил пиво, ну, и... Да, что-то я задушнила. Некрасиво, да? Некрасиво. И неприятно. Я просто не люблю, когда парни начинают лезть к незнакомым девушкам. Даже если девушки разрешают, мне просто неприятно, блядь, за этим наблюдать. Типа, это отвратительно. Это как будто парень ведет себя как какое-то животное, блядь, и пытается, блядь, потрогать вот эту вот девушку везде, за все места. Волосы, шею, сиськи, попу, талию, блядь, ручки, нахуй, губки. И я просто не переношу это, когда вот я вижу, как парень постоянно, типа, клеится к девчонкам. На первом свидании, мне рыгать хочется, насколько для меня это отвратительно. Ну ладно, я тут задушила, она все-таки разрешила, ладно, разрешила, бог с ней. Мишка 30, фитнес-тренер и фотограф. Ой, Мишка. Ой, блядь, заставит худеть нахер. Давай дальше посмотрим. Ну он по-любому ищет других Мишек. Хороший. В смысле, так не говори, хорош, ты меня пугаешь. Малыш, ты меня волнуешь. Ой, Мишка. Блядь, похож на это. Ну, бля, ну что за эти? Да, на инопланетянина какого-то. Смотри, с мамой. Классно, когда чуваки выкладывают фотку с мамой. Да, очень. Ты всегда можешь знать, на кого он будет похож в старости. Мне нравится это фото без головы. Как тебе вообще фотки без головы? Ой, фотка без головы вообще топ, конечно. А если не видно его лица, как ты будешь понимать, куда тебе садиться? В интернете же пишут, что девушки любят тактильные ощущения, вот парни и трогают. Мне кажется, некоторые парни немного путают понятие тактильности и начинают трогать сиськи или, я не знаю, как-то близко подходить к девушке, начинать нюхать ее шею, говорить, как вкусно ты пахнешь. Да? Блять, ну типа... Ты, конечно, можешь быть тактильным, но это не должно быть... Таким образом, как бы, я не знаю, парни, как вам объяснить. Ну, окей, если бы я была бы парнем, допустим, я парень, хочу познакомиться там с девушкой, начать с ней встречаться. Я бы к ней не лез бы к ней,
не щупал бы ее, не трогал вот так прям. Если бы я бы видел, что она там ко мне нормально... Ну, она ко мне норм относится, и, типа, ей со мной комфортно, можно как-то, ну, не знаю, как-то аккуратненько это сделать. Ну, не вот так пальцем щупать грудь. У тебя что, травма? Почему? Мне просто не нравится, когда парни в душу лезут и... И, типа, если я начну выёбываться из-за этого, меня будут называть душнилой какой-то. Типа, ой, блядь, ты что, не такуйся, да, тебя даже потрогать нельзя, дотронуться до тебя, нет, ты вся такая недоступная, да. Блядь, ненавижу вот эту хуйню, когда вот ты только встречаешься с человеком, а он, ой, как ты вкусно пахнешь, начинает, блядь, волосы трогать, ручку трогать, там, и ты, типа, ну, говоришь, блядь, чувак, типа, ну, пытаешься, как бы, у меня просто было такое. И, типа, я пытаюсь, как бы, ну, не показаться душнилой, типа, слышь, ты чучело, руки там убрал, я же так не скажу. Но я говорю, ой, ха-ха, типа, там, в шутку могу перевести, там, ой, ну, что ты, типа, сразу там трогаешь, что там, не можешь удержаться, не знаю, типа, у тебя какие-то животные инстинкты дотронуться до женщины. Ну, короче, я начинаю, знаете, в такую пассивную агрессию входить. У меня не то, что травма, я просто не люблю, когда это парни делают. Мне просто это не нравится. Так, блед. Так, блед! Ну, типа, он ребенок безответственный, когда тыкает пальцем, как малой, А то, что говоришь, это его отсутствие границ. Вот, вот, я про это и говорю, что когда у парней отсутствуют границы, мне вот это вот не нравится. Типа там, ну если, ну, за ручку там можно попросить взять. Вот если тебе девушка понравилась, там можно там за руку тебя взять. Ну как-то вот спросить, чтобы девушка могла отказать, а не просто ты там берешь и думаешь, ой, я такой сигма, я сейчас ее возьму за руку, она мне сразу писку даст. Не знаю, мне такое не нравится. Я люблю, когда, ну, меня спрашивают, могут ли там меня за руку взять, там. Да, блядь! Так, что еще? Просто у нас, у парней, мы когда узнаем, как друг друга зовут, мы сразу пожимаем друг другу члены. Не знаю, почему девушки считают это странным, я думаю, вы просто должны к этому привыкнуть. Ну да, действительно, что-то мы это как-то душим. Ну да, блин, что-то мы, да. Девчонки, реально, разрешайте парням себя трогать везде. Сразу, на первом свидании можете трусы снимать. Она только же первую выставила фоточку-то с лицом. Еще серьезные отношения, секс на одну. Вот именно, даже если спросили тем, что атмосфера располагает, а там человек показывает, что не чувствует, что можно, что нет. Да, ну вот типа если по вайбу, как бы ты, как девушка сама хочешь, там, чтобы до тебя дотронулись, да, то, ну, мне кажется, парень поймет, когда... Он интересен девушке, а когда нет. И он может там как-то проявить инициативу, и, ну, можно как бы и не спрашивать, и как бы если он видит, что девушке комфорт, что она там не уходит, что она продолжает там с ним мило общаться, то да, можно как бы не спрашивая там дотронуться, да, там ножку погладить. Но не сиськи, блядь, не жопу, не сиськи. Ночь не предлагать. А когда спрашивают, Александр, можно ли поцеловать? У меня сейчас от него татуировка. Но мне это нравится, допустим. Я бы предпочла вот на первом свидании, допустим, чтобы меня... Ну, не на первом свидании, а типа вот с незнакомым парнем вышла гулять. И если бы у него такое желание появилось, я бы предпочла, чтобы меня спросили, типа, не буду ли я против. Вот, мне бы это понравилось больше, нежели ко мне начнут сразу, типа, лезть целоваться. Может, потрогать попку? В украинском языке у Александра. Мы его берем. Это тебя в пельмени били? Да, конечно, когда сидела под именем Егор. Еще серьезно, одно, чего там было написано? Мы его берем. Ищу серьезное отношение. Секс на ночь не предлагать. Тебя в тюрьме набили? Да, конечно, когда сидела под именем Егор. Блядь, это что? Грюн, вот так будет на тебя лежать. Лежать и смотреть, а так на меня будет, да? Да. Вот так, Оля, привет. Доброе утро. Да.
А может такое случиться, такое, что ну все нормально, нормально, потом ты смотришь, у тебя АК 12, и ты такая. У меня такое было. Да. Да, это просто пиздец. Как это было, расскажи. Ну, если можно. О боже мой, это было ужасно. Лёш, ну это. Блять, ну это реально странно. Выглядело бы. Ну а как? А вот, девочки, у вас такое было, что вот у вас доходит дело до, так скажем, секса? И как бы, ну, парень снимает труси, а там, ну, мизинчик. Что вы делали? Расскажите так, да, там свои уже, там что-то типа происходит. Он такой, ну, расскажите такая свой опыт. Да! Нет! Ты не писала «Дело не в тебе, дело во мне»? А ты сидя, у меня такого не было. У меня такого не было. Ну вот Хесус первый раз снял трусы, я увидела, а там прям сразу нормальный здоровый елдак. Но мне повезло, я просто спрашиваю других девчонок. Может, некоторым не так повезло, как мне. Ну я просто интересуюсь. Чё вы ржёте? Когда твой муж, хуесос, вроде так его ник, подлежит. Слышь, блядь! А то иди дай ему подсрачник и скажи, а ну быстро врубил. Хлеб иди зарабатывай. Его любимые донатеры его ждут. Целую в писю. Ты норм, типа, есть я, вы можете мне задонатить, я ему потом денежки эти переведу, алло. Типа, если вы прям спешите задонатить ему, вы можете это сделать через меня, зачем ждать, пока он подрубит. Кори дала, спасибо, 50 рублей, блядь, донатеры его ждут. Ёб твою мать, блядь. Шо? Ещё и минус комиссия, блядь, по итогу пару центов. Ой, Хелдрагон, спасибо тебе за подарочную, спасибо, спасибо. Ну а что спасибо за расизм? Знаете что, вот как говорит моя подружка Мулатка, она говорит, я в этой жизни люблю две... Why is it that none of your Tinder matches you remember swiping right to... Чё, блядь? Why is it that none of your Tinder matches you remember... Что за набор слов вообще какой-то? Хелдрагон, ты что? Спасибо большое. Спасибо огромное тебе еще за одну подарочную. Спасибо, спасибо, спасибо. Зато верный подписон, как ты у него дома. Я... В смысле? А, кстати, вот Лёша же создал себе приватку вот эту за $250. Он в меня... Он типа... Он не добавил меня в неё. Он сказал мне, плати. Прикиньте, не добавил. Вещи, расизм и негров. Простите, пожалуйста. Я в шоке. Это то же самое, как я не люблю гомофобов и пидорасов. Осуждаю тебя, дура, блядь. Ну хорошо, ну вот 41. Поехали. Во-первых, дубленка. Не, ну подожди. Что не так с дубленкой? Дубленка уже все не так. Даниэль, смотри, вау. На фоне пешеходного моста. Осуждаю эту женщину. Что такое? Что тебе нужно? Давай еще отстань. Сапожницу. Ну, дальше. Ой, я не люблю таких парней, которые на показ вот свой этот пресс показывают. Для меня это сразу red flag, потому что чувак просто хочет, ну, сразу видно ЧСВ. Любит очень сильно себя. Я, ну, ничего против людей, которые себя любят, не имею, но это прям чересчур. Как будто тебе нечем больше зацепить, и ты показываешь свой пресс. Ну, тоже меня отталкивает меня от подобных мальчиков. А девушкам попу показывать норм? Конечно. Естественно. Девушкам можно все показывать. А парни, когда показывают свой пресс, сразу видно ЧСВ, red flag. Факт. Вот, факт. А? Смотри, это когда он сверху. Оля! Оля! Адриан человека зовут. Да. О! Смотри, как он решил. Нужно еще что-нибудь добавить. Краски добавить. Праздника! Праздника! Сэр, на этом сайте не часто бываю. Предпочитаю больше живое общение. Я тоже так пишу на сайтах знакомства. А сама там сутка. На этом сайте не часто бываю. Предпочитаю... Давайте я сразу сейчас буду определять по описанию вот этого вот текста, что за человек.
Так, Инстаграм, бла-бла, на этом сайте не часто бываю, предпочитаю больше живое общение, не сторонник долгих переписок, интересуют адекватные люди с хорошим чувством юмора, общительная девушка, открытая, без бумажной короны, рад знакомству. Так, что про него могу сказать? Во-первых, этот парень... Видно, как будто по описанию, что вообще нетерпеливый, то есть сразу такой, предпочитаю больше живое общение, то есть это уже он как будто надавливает на то, чтобы вы сразу как будто встретились вживую, то есть долго он с вами переписываться и сисюкаться не будет, ему это просто неинтересно. Ну, типа, знаете, вот не то, что душнило, а, ну, не даст времени... сделать это как будто самой, как будто давить будет на то, чтобы побыстрее встретиться. Так, открытая, без бумажной короны. То есть этот мужчина не будет, мне кажется, ухаживать как-то за девушкой. Он не будет романтичным. То есть он будет говорить, у тебя что, корона на голове, ты что, королева? Ну, короче, такое сигма. Вот, таких мы не берем реально, таких мы не берем. Мы берем мальчиков, которые скажут, да, ты принцесса, ты королева, ты моя госпожа, а я тебе куплю все короны этого мира, ты достойна не просто одной короны, ты достойна всех корон. Вот, такого мы берем, вот этого вот, типа, безбумажной короны, вот этот вот red flag мы оставим другим девчонкам. Не сторонник долгих переписок. Их интересуют адекватные люди. Но это не ко мне. С хорошим чувством юмора. Смотри, Инстаграм его. Твой дружелюбный сосед. Travelman 14. Travelman, дублер Григория Лепса. Твой дружелюбный сосед. Подмигивающий смайлик. Актер. Ну, такое. Это тоже тревел-блогер, как эти девочки, да. Некоторые мои знакомые, простите. Все тревелят, но ни одного блога не было. Только по врачам ходят и лечат. Мальчиков под каблучок. Какой размер у тебя грудь? Сейчас 565 миллиграмм. О, на следующей неделе у меня будет 6. Ты серьезно? Да, позвони мне. Позвони мне. Ой, смотри, красавчик Боди. Что такое? А ты разбираешься, да? Я что-то не понимаю. Ну, Боди этот еще по внешке самый нормальный. А кого парни? У ведущего вообще не дотрах. Честно говоря, вот с его подъебами какими-то, мне кажется, он давно женскую грудь не видел. И не только грудь. Ребят. Прям лютый недотрах у чела. Тоша, Где же... Да, блядь. Ребят. Ау. Ой, Хеллдрагон, спасибо тебе еще за одну подарочную. Ничего себе, уже 3 подарила. О, Тоша. Я на котика смотрела. Думала, это котик. Где же девушки, предпочитающие активный отдых и не боящиеся до смерти комаров? Такие остались. Не пью, не курю. Ищу огонь и искры в глазах человека, близкого по духу. Авантюризм и приключения приветствуются. Животных люблю больше, чем людей. Тоша, 34. Где же девушки, предпочитающие активный отдых вот и не боящиеся до смерти комаров? Такие остались на рыбалку, ищет компанию, поняла? Нахуй он ее трогает. Хорош! Хорош! Заебался с кентами ездить, называется. Вот это так. Вот про таких вот персонажей я и говорила, когда там, типа... начинают как-то приобнимет, потрогает вот так, типа, ой, типа, я об этом не думал, просто по-дружески, вот такое, фу. Олег мне нравится. Да? Посмотри, да. Шорты у него. Хеллдрагон, спасибо, блин, ты что, всему чату тут решила подарить? Какие-то... Да какая разница, он симпатичный. Да я не душу, Венеции, ладно. Посмотри, красивый. Красивый. А ну-ка, Олег.
Евген. Евген. О, Евген ничего такой, кстати. Нормально, мне нравится. Извини. Игорька тоже берем. Да. А если это была ее судьба? В смысле, блядь, ты скипнул. А что, он грустный. Да какая разница, я его развеселю. Так. Сяду на лицо и раздавлю. Даже плохой кофе лучше, чем никакого кофе вообще. То есть он готов трахать кого угодно. По кофе все понятно. О, адвокат. Адвокат. Я еще знаю, что смешно, что человека зовут Дмитро, и он... Хотя такой... нет, девочки, с адвокатами не надо встречаться. Ой, потом это дележка имущества, блядь. Он еще и адвокат, законы знает. Не, нах надо. Не, адвокаты не... Нет, показал девочки. На английском currently in Kiev. Таких не берем. А мы подумали, ты в Швеции. Невыгодно, да. Андрей, 31. Кто он лысый? Как ты относишься к лысым? Вообще нормально отношусь к лысым. Да? 175. Просто интересно. А что замазал Андрей? Мне 175 это мало. А у тебя сколько? Ну я же девочка. Так. Ну, так я должна быть маленькой, миниатюрной и красивой. А? Я 1.60. Он что, голый там? А чувак не может быть маленьким, миниатюрным и красивым? Стройный, YouTube? Сейчас скажи. Да. Там я серьезный молчу. Кент какой-то. Какой член должен быть у мужчины размером? Главное не размер, а чтобы он умел им пользоваться. 25 сантиметров. Аж подавилась. А, да, да. Мне кажется, мне надо было в порно сниматься, а не ваша Лоли Тейлор. У меня рост 1.78. Она тоже так сказала. Мне что надо было Марине, раз она разблокировала все инстаграмы. Эльдар. Это японец, да? Ну да. Да, японец, Эльдар. Классическое японское имя, Эльдар. Да нет, но он выглядит как японец, он узкоглазый. А, все узкоглазые японцы. Ну или китайцы, я не знаю. Так, осуждаю? Осуждаю, да, осуждаю. Дмитрий, посмотри, какой он злой. Типа, блядь. Слушай, а вот у меня просто вопрос. Когда мужчины вставляют вот такие вот фотографии, что они хотят вот... Трахаться. Ну, если бы я хотела трахаться, я бы выставляла другую фотографию. Так. Виталий 43. Строит замки из песка. Ну, нос кривой, значит, член большой берем. Что? Ничего. А что, типа, если нос кривой, то член большой? Если парень относится к девушке как к принцессе, значит, его воспитывала... Королева. О, вот! Нормальный статус. Если парень относится к девушке как к принцессе, значит, его воспитывала королева. Во! Ну, бля, не такой смазливый, конечно, прям такой, ну... Статус имба. Почему? Человека зовут Парабола. Ты знаешь, что такое Парабола? И опять он... Нет. А, нет, в математике... Парабола это... Парабола это, да, это в математике, это... Парабола это какая-то перпендикуляр... перпендикулярная какая-то хуйня. Парабола. Нет... Нет? Парабола это в геометрии, да. Парабола я помню, что-то у нас в школе там this is a parabola, что-то такое говорили реально. Да. За. Так. Так и что? Я не знала! Ну я больше по литературе. Ой, нахер. Почему? Посмотри, очкастый он. А, это ужас. Как здесь заказать пиццу, он спрашивает. Он еще идиот. Роман, мне кажется, ты ему не нравишься. Ему все не нравятся. А там есть еще фотки? Да, смотри. Блин, ну ты вечно недовольное лицо. И такой, Оль. Ты бы хотела сесть на это лицо? Нет. Может, он бы стал подовольнее? Нет. Так, не сейчас. То профиль как раз нам сейчас бы не помешал. О, это пародия на Кристиана Грея. Вот, вертолет свой. А нравится? Показывай закусенец. Это твой. Закусенец это твой. Ребят, ставьте нам закусенец, как Александр. Иначе Лена очень на вас обидится. Да? Ты что обидится? Не обидишься?
Я согласна по поводу ведущего. Вадима работает за выключенным компьютером. О, айтишник. Бля, реально, а чё у него ноут выключен? Пиздец, парни, вот вы как сфоткаетесь, вот, конечно, блин, что-то вообще. Вот вы думаете, наверное, что это, ой, блин, я такой классный бизнесмен, такой богатый, давай сфоткай меня, типа у меня MacBook, но, блядь. Чему-то. В анкете неправильно указан возраст. Ищу девушку, с которой хорошо, с которой захочется создать семью. В анкете неправильно указан возраст. Вместо 36 реально возраст 40. Был женат, детей нет, работаю в своих компаниях. Хелтракан, спасибо тебе большое еще за ту подписку. Так, продолжаем. Работаю в своих компаниях. Я не пилот, самолет не мой. Я их продаю. Фото с презентации. Вот вроде много о себе рассказал, а вроде и нихуя не понятно, вот что он за человек. Вот вроде и это, а, блядь, выключенный MacBook, самолеты не его, работает в компаниях, но при этом продает самолеты. Блядь, какой-то мутный тип. 136, реально возраст 40. То есть, знаешь, наше знакомство началось с обмана. Был женат, детей нет. А, то был другой с MacBook'ом. Я не пилот, самолет не мой. Я думала, это его анкета. Да, и жены не было. Заходя к родным в гости, часто слышу, что пора бы научиться готовить. Кто бы научил? Слышишь? Мамаша твоя училась, не померла. Следующего давай, ради него не готовила. Почему он замазал своего парня? Что это такое? Давай я сфотографируюсь на фоне камыша. Чтоб не сглазили. Я ненавижу мир, где мужья одевают своих жен как проституток, выставляя на показ все то, что должно быть сокр... Ой, блядь. Иди-ка ты к маме. Я ненавижу мир, где мужья одевают своих жен как проституток. Ну, типа, чел, если ты в себе не уверен, это не проблема девушки. Как проституток он, наверное, имел в виду какую-нибудь мини-юбку, которые летом девочки носят мини-юбки, какие-то топики, это для него проститутки. Выставляя на показ все, что должно быть сокровенным, где нет понятия чести и достоинства, где женщины не хотят детей, а мужчины не хотят семей. Это он в Тиндере пишет. Это, видимо, Инстаграма у человека нет, и он решил пост посвятить в Тиндере. Последний праведник. Так, все, последний на сегодня. Ой, уф. Попило. Я не знаю. А в Доту ты бы с ним поиграла? В Доту с ним? Ну, если ниже 3,5 камара, я не буду играть. А если человек идет на мид вместо тебя, то что? Ну, типа, мид надо занимать заранее. Папиллома. Но если он со мной мид занял, то я, как нормальный, адекватный игрок, уступаю мид. Ну, естественно. Да. Ну, чтобы не фидить игру. Угу. Алексей. 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 Ну, мне имя не нравится, конечно. Охуела, тварь, блядь. Ну? Лена, эта передача окончена. Ребят, пишите в комментариях, кто из девчонок понравился вам больше всего и не чем. Не последняя уж точно. Лена или, может быть, Шер Марина? Кстати, ссылки на инстаграмы, ну, девчонок, вы найдете в описании не к этому видео. Вообще ни одна. Ведущий вообще полный отстой, видос нормальный такой, ну, было в некоторых моментах интересно, но ведущий вообще кринж ходячий.